Приветствую! Привет! Как дела у всех? А? Что не так, сэр? Могу я увидеть ваш паспорт? Мой паспорт? Что вы видите? Что? Под паспортом вы подразумеваете ID компании? У него нет паспорта. Ага, он говорит мне, что вы не должны здесь находиться. У меня нет паспорта, у меня есть ID Black Mesa. Взгляни, как он расстроен, не можешь? Посмотри на кулаки, они съежились, он так сильно хочет тебя избить. Они сжались, чувак. Я должен защитить вас от него. Хорошо? Слушай, я не представляю для него угрозы, хорошо? Я дам тебе... Он сейчас так расстроен. Я в ИЗК, я в ёбаном жилете компании, я в моей униформе. Мне нужно успокоить его, я собираюсь его успокоить. Что это? Какого хуя? Я собираюсь. Что это? Вот как мы успокаиваем друг друга. Это фишка Black Mesa. Сладкий голос. Ты сдуваешь яйца ему в рот своим сладким... Хорошо. Короче, мне надо в тестовую камеру. Меня задержали и типа не разрешают мне делать свою работу? Нет, я последую за тобой на случай, если он попытается пойти и избить тебя. В общем, ах да, и ваш паспорт. Меня пожалуйста. Нет. Посмотри на мою грудь. Посмотри на меня. Я похож на... Типа буквально каждый ученый в этом ёбаном издании просит меня поспешить. Я должен идти. Сэр, вы пойдете со мной? Я должен пойти с вами. Мне жаль, но мне нужен ваш... Мне нужно получить ваш паспорт. Мы найдем его. Хорошо, паспорт должен быть где-то неподалеку. Я уверен, что мы сможем найти что-то, что сделает вас счастливым и сделает его счастливым. Слегка напугал он меня. Хорошо, знаете что, он никогда не рад, но я... Подождите. Мне нужно надеть свой языковой костюм, хотя я уже в нем. Привет! Привет! Меня зовут Томми. Томми? Хорошо. Где? В каком отделении ты? Где ты должен быть сейчас? Тебе нужно в комнату отдыха? Да! Мне нравится читать там рекламный щит! Рекламный щит в комнате отдыха? Это они повесили туда? Да, иди за мной! Рекламный щит? Да, скажи мне, что там написано! Я тоже не могу это прочитать, чувак! Слушай, мне надо... Ты останешься здесь? Да, я на обеде! Хорошо, до встречи! Увидимся позже, Томми! Я пил соду на ланч! Да, он пил соду на обед. Что за урод? Что за хуйня? Что, черт подери, это было? Эй, мистер Кумер! А, привет, Гордон! Как поживаешь? Еще один день, еще один доллар, я прав? Мы всегда это говорим здесь, в Black Mesa. Я хорошо, я должен... Мне нужно в тестовую камеру. Сегодня важный день, верно? Вы знаете, кристаллы... Удачи в камере! Удачи в камере! А, да, верно. Так вы знаете, куда мы идем? Знаете, вам стоит одеться для этого. Там радиация и прочее дерьмо. Все в порядке? Все хорошо, я не человек. Хорошо, так что вниз на лифте. Я думаю, мы спустимся где-то на 3 уровня ниже, так что... Я бы... Сколько вы здесь работаете? Я не думаю, что ты знаешь, куда идешь. Куда нам нужно идти, если не вниз на лифте? Потому что у тебя нет паспорта, поэтому ты... Я работаю здесь уже много лет. Мне никогда не приходилось брать с собой паспорт на работу. Я никогда не видел, чтобы охранник просил мой паспорт. А вот ты выглядишь подозрительно. Почему ты трясешься? Я не знаю, почему я трясусь. Я не знаю, почему я трясусь. Кажется, ты толкаешь меня. Ты нервничаешь? Я не нервничаю. Я в полном порядке. Я абсолютно здоров и умён. Ты не трясся, если бы у тебя был твой паспорт. Мне нужно, чтобы ты ушел с дороги, чтобы мы могли пойти в тестовую камеру. Почему ты кричишь на меня? Слушай, я нажму кнопку. Я буду следовать за вами, сэр. Хорошо, я понял это. Я смирился с этим. Я смирился с фактом, что вы просто будете мне нянькой сегодня. У вас есть ID? У меня есть этот. У меня есть столько ID, сколько всегда нужно. Слушай, чувак, я не умею протискиваться мимо людей. Я большой парень. Я не могу пройти мимо тебя, когда ты здесь стоишь. Но дело в том, что здесь полно людей, которые боятся тебя. И мне нужен ваш ID. Кто? Потому что твой ID скажет, хороший ты или нет. Кто боится меня? Поэтому еще на что-то не разговариваю. Возможно. Ладно, слушай, мы во всем разберемся. Мы занимаемся... Люди, поэтому он заговорил с тобой. Что? Что ты сказал? Томми нравятся плохие люди. Ты не... Будет быстрее, если ты спрыгнешь. Я не думаю, что это... То есть это верно? Я не думаю, что это очень безопасно для наших тел. Думаю, возможно, тебе стоит поберечь ноги и просто подождать 5 секунд. Ты пытаешься меня убить? Блин, ты никого не ждешь, а? Ты говорил, что люди... Они не выглядят испуганно, они даже не смотрят на меня, они игнорируют меня. Да, они слишком боятся посмотреть на тебя. Почему? Почему они должны? Да по какой причине они боятся? Покажи свой ID. Да! Рывок Гордона! Впустите меня, мы опаздываем, спасибо.
Видишь, эти ребята не просят мой ID. У тебя какая-то ебанутая вендетта против меня и моего ебаного паспорта. Они без проблем. Им плевать. Почему именно ты? Ты это не думаешь, что им нет дела до своей работы? Ты просто собираешься сказать... Они думают о фрукт-петлях весь день. Фрукт-петлях? Фрукт-петли. Фрукт-петлу? Они завтракали? Все покупают завтрак, все, блядь, завтракают. Что за хуйню ты несешь? Сэр, извините меня. Господи Иисусе, вы можете прогнать его отсюда? Вам нельзя здесь быть, у вас нет рад-костюма. Ты не носишь ебучую радиационную экипировку, ты сдохнешь. У меня есть мой ID. У него есть. А, ну хорошо. Видишь, что происходит, когда ты носишь свой ID и свой паспорт? У него нет паспорта? У меня нет моего паспорта. Где ваш паспорт? У тебя есть ебучий паспорт. Что это вообще значит? Что? Конечно, у меня есть свой паспорт. Что за хуйня здесь происходит? Ваши компьютеры взрываются? Мы действительно можем пользоваться этой техно... Я нашел ошибку! Я нашел, что сломало компьютер! Что? Мне понадобится гаечный ключ здесь! Как ты залез туда? Мне... Заткнись нахуй! В чем твоя проблема? Не могу, блять, поверить в это! Да, это я должен был сказать, а? Да, ты стой, хорошо, ты стой там! Не, блять, говори! Мы сможем это открыть? Спасибо. Хорошо, тебе нельзя идти дальше. Здесь блядская тестовая камера. Тут ты можешь... Ты умрешь, если войдешь сюда. Ну ты понял? Понял? Не бывает, не бывает предопределенных смертей. И знаешь что, мужик? Думаю, ты прав. Там тебе нет гарантии. Что ты со мной сделал? Успокоил. Вы знаете этого парня? Этот ебанутый охранник просто хотел войти сюда и получить облучение и сдохнуть нахер. Я люблю этого парня. Да, да, об этом, блядь, и говорю. Ладно, очевидно, здесь никто не знает, как общаться. Ну, знаешь, быть дружелюбным коллегой и просто... Блядь, как? Привет! О, боже, теперь Томми там... А, чувак! Гордон! Ты его знаешь? Ты знаешь Томми? Томми, ты знаешь этого человека? Томми! Что? Здрасте. А ты знал, что он не принял свой паспорт? Слушай, чувак, паспорт. Ты сможешь жить, ты выживешь, у тебя все будет хорошо. Тебе просто нужно вернуться в Шиву с другими парнями. Ты от меня так просто не избавишься. Я, блядь, даже не знаю, как тебе удалось сюда попасть. Оно не должно быть открыто. Я знаю твои трюки. Ты воруешь вещи, говори людям уйти прочь. А, боже мой. Я слышу вас громко и отчетливо. У нас сегодня хера убьют кого-то на работе! Господи Иисусе! Допустимые потери! Как он? Что значит допустимые потери? Нам не нужны здесь два человека! Что он делает? Куда он идет? Он меня слушает, он собирается спрыгнуть? Ты действительно спрыгнешь, да? Это стандартная процедура, Гордон! Я включаю ебаный вращатель! Крутящее устройство! Подожди! Подожди, чё? Нет, он идет сюда! Господи, как он быстрый! Что ты? Хорошо. Я включил его. Я запустил блядский механизм. Мы идем. Мы идем. Хорошо? Оно должно дымить. Это дым, это нормально, да? Вы не должны дымить в испытательной камере, Гордон. Нет, мы не дымим. Вы можете, народ, могли бы вы говорить в микрофон, как этот парень? Используйте громкую связь, она там не просто так. Он захапал его, он не дает нам его использовать. Я не слышу вас. Нашего бюджета хватило только на один микрофон, Гордон. Не воруй здесь. Что я могу украсть? Гордон! Что? Это ты? Ты видишь следующий этап? Да, я вижу! Мы должны толкнуть тестовый образец в лазер, верно? Да! Хорошо! Делай это очень осторожно! Да, осторожно! Очень осторожно! Медленнее, чем мед, капающий с ложки! Я сказал тебе ничего не трогать. Это моя работа, чувак! Это то, за что мне здесь платят. Ты здесь, чтобы открыть дверь или что-то в этом роде. Ты здесь, ты должен... Ты проверяешь паспорта, ты беспокоишься, а мы... Я подвину это туда. Зачем ты ее двигаешь? Потому что таков следующий этап. Если ты этого не хочешь, зачем тебе это трогать? Мы так сильно отстаем от графика, что мой мозг вот-вот, блядь... Ебать. Если ты не поторопишься подвинуть его, то я просто взорвусь к ебеням. Хорошо, я не... Послушайте, два человека в тест-камере. Так не должно быть. Это не то, чему меня учили в MIT. Я делаю это. Все хорошо, ничего не случится. Ничего не случится. Ага, ничего не будет. Да, ладно. Что ты сделал? Что ты сделал?
Искра, нет, ты сделал это слишком быстро! Ты должен был принести свой паспорт, Гордон! Что это? Зачем ты? Не входи, оставайся там! О, боже мой, что происходит? Уйди, уйди оттуда! Господи, ну мужик! Что за поебень? Что за... Что? Что это было? Хорошо. Так, там было три человека, за которых... А, мужик, моя голова! Святая срань! Это ты тот пизданутый ублюдок, который проебал весь эксперимент! Ты думаешь, я проебался? Ты думаешь, я проебался? Я думаю, ты проебался. Ты ведь... Вы... Да. Блять, все в этой комнате мертвы! Как ты думаешь, что происходит наверху? Я без понятия. Я пришел сюда, чтобы попытаться исправить это и... Да что ты собирался исправить? Дерьмо пошло не так. Это было не в наших руках, так что слушай, свой послушай рот. Да ебаный, слушай, я немного нервничаю, приятель. Хорошо. Так, охранник. Там был охранник, который настаивал, чтобы я показал свой паспорт. У тебя есть твой паспорт? У тебя же он был, верно? У меня нет паспорта. У меня нет паспорта. Я это, типа, насколько мне известно, такой протокол компании на сегодняшний день. Ну, это верно. Это не имеет значения, но послушай, этот охранник ходил за мной. Эй! О, вот где он! Вы говорите про паспорта? Мне, чтобы ебать там не случилось, он прыгнул туда, другой парень прыгнул туда, три субъекта, один образец. Бум! Это все, что я знаю о произошедшем. Я же говорил тебе, ничего не трогать. Я же говорил тебе съебаться из тестовой камеры. Чувак. Вы, ребята, в порядке? Господи, вы раньше со мной не говорили. Томми! Берегись, там какие-то существа! Нам нужно понять! О, господи! О, боже мой, он на свободе! Молодца! Чем вооружена наша охрана? Это что, блядь, за оружие? О, мой! Бог, они сдохли! Это был паспорт. Кто? Томми! Хорошо, Томми! Что происходит? Томми, обернись, Том! Он сделал! Эй, что случилось с этими ребятами? У них не было с собой паспортов. Лучше тебе найти свой паспорт, Гордон. Да, мы собираемся, я получу паспорт. Когда мы выйдем на поверхность, обещаю, мы найдем этот паспорт. Как тебя зовут? Я не помню, я получил удар в голову. Нет, бро, ты помнишь свою ебучую имя? Хватит прикалываться, я устал от людей, которые подъебывают меня сегодня. Как тебя зовут? Прекрасно. Буби. Буби? Верно, Буби. Хорошо, это не твое имя. Доктор Кубер! Итак, терминалы исправны, теперь я просто нажму. Мне кажется, вам, блядь, не стоит тут что-то. Связь пропала по всей сети, Гордон. Уверен, что нажатие еще одной кнопки не вызовет очередного пиздеца по типу... Как его там, резонансный каскад? Мне даже не сказали, что это было. Я никогда не видел ничего подобного, доктор Фриман. Вам нужно двигаться, вы как бы в миллиметре от какого-то пучка радиационного излучения. Тебе нужно подвинуться сюда. У меня есть паспорт. Ты не паспорт должен носить, даже костюм ИЗК не спасет меня от этого. Все абсолютно в порядке, Гордон. Я стараюсь быть спокойным, и тебе следует быть таким. Идем! Да идем мы! Как? Кто-нибудь из вас когда-нибудь выходил на поверхность без трамвая? На своих ногах, вообще, вроде здесь чрезвычайно сложно. Я родился прямо здесь. Ты родился тут? Блокмесса это делает? В Блокмессе есть дети из пробирки? Чтобы ученые? Это место старо, Гордон. Оно старше меня, это уж точно. Я моложе всех вас троих вместе взятых. Ну нет, Томми где-то 5, но... Ничего страшного. Но мы хорошо. Мы любим нашего маленького Томми. Мы любим Томми. Теперь нам надо быть осторожными. Видимо, здесь сеть лазеров была повреждена. Она была полностью повреждена. И это тот прошлый мусор, паспортный мужик. Он, кажется, сидит. Чувак, съебывай! Уходи! Вали! Пресвятая срань! Что это за шлем? Ты в порядке? Разве я должен беспокоиться о тебе? Я почти на 50% уверен, что причина — это ты, та причина, из-за которой все происходит. Ты в порядке, мужик? Чувак! Хорошо, у кого есть медицинский... О, боже, он выплевывает синий, фиолетовый! Это нормально? Я не знаю, что это. Я могу прочитать это! Ты можешь это прочесть? Ты... Что? Замечательно, Томми! Когда-то фиолетовый, похожий на вечер, весеннего вечера, означающий, что он в порядке! Хорошо, он в норме! Хорошо. Спасибо, Томми. Это было... То последний до лифта, то тухлое яйцо. Зачем мы гоняемся? Пожалуйста, будьте осторожны. Хорошо. Я почти умер, Гордон. Ладно, народ, вы просто пробежали сквозь лазер. Что? Я не знаю, что случилось с этим парнем. Лучше уйти от него. Нам сюда. Отлично.
О бог, о боже мой! Что, черт возьми, не так с тобой? Я не хотел... Итак, Гордон, возможно, ты погубил 3 невинных жизни, но очень важно оставаться спокойным. Так, ты убийца! Ребят, выйдите вперед, и я прикрою вас. Прослежу, чтобы ни одна из этих пизданутых жутких существ не при... Кто не рискнет, тот не выиграет! Вот сжай, они просто взлетают вверх! Тебе нужно немедленно подняться сюда, Гордон! А, вот дерьмо! Быстрее! А я боюсь высоты! Двигайся побыстрее, я упираюсь в твои ноги, я подтяну тебя! Эй, эй, ты знаешь этого парня? Что, черт возьми, это за существа? Я без понятия! В форме научной команды? Ты можешь поверить, что у этого парня нет сраного паспорта? Пожалуйста, не говори с ним, пожалуйста, просто помолчи пару секунд. Ты знаешь, кто это? Ты знаешь, что это за тип? Я в жизни не видел его, пока тут работал. Берни твое имя, верно? Берни. Бенри. Подождите, кто Берни? Ты Берни? Берни. Ты Берни? Хорошо, теперь я знаю твое имя. Берни. Бенри, еще... Ты помнишь свое имя? Ты не подъебываешь меня, верно? Буби? Буби. Это не твое имя. Это не твое сраное имя. Ты ударился головой при взрыве. Я то же самое сказал, когда родился. Подожди. Подожди. Гордон! Так, не стреляйте в меня! Не стреляйте в меня! Кто это... Боже, если я хожу словом, пожалуйста, не стреляйте в меня! Что он делает? Что это? Что это за звук? Что это такое? Пожалуйста, скажите мне. Просто дайте мне просто почувствовать, что есть какая-то струга обыденности. Что за хуйню ты только что сделал? Чё? Хорошо, думаю, нам надо избавить его от страданий. Может, спасти его? Я не знаю. Боже мой, Гордон, ты просто убил человека. Я думаю, что он уже был мертв. Ты убил кучу людей, Гордон? Пожалуйста, прекратите заниматься подсчетом убийств. Тут все в крови, а где Дилатес? Хватайте соду, она поможет вам видеть быстрее. Я не знаю, что это значит, но само собой. Хорошо, хватайте закуски, нападайте. Сода, бесплатная сода! Берите всю газировку, которую сможете. Нет, не пейте сейчас! Мужики! Не пейте ее, она нам понадобится! Она нужна нам! Мы нуждались в этой газировке, о боже мой! Зачем ты разбил эти машины? Потому что мы собирались, боже мой, ты действительно собираешься упрекнуть меня за нанесение ущерба собственности компании? Посмотри на срач позади себя, что осталось в микроволновке? Зачем ты пытался разогреть лазанью? Кто-то оставил там свою сраную лазанью, когда она взорвалась. Порча имущества компании не решит проблему, Гордон. Тебя реально это беспокоит, люди умирают. А ты беспокоишься о имуществе компании? Да, сода была отличной. Наслаждайся своей ебаной содой. Должно быть, это был чувак. Кто убил его? Кто убил этого? Тебя особо не беспокоил последний увиденный. Это что? Ты убил кого-то? Я убил... Именно! Я сделал это! Люди на лифте! Клёво! Да нет! Отлично, привет, пошли! Гордон. Привет! Как выживаешь? Ты как, держишься? Привет, Гордон! Что это за шум? Доктор Фриман, я нашел ваш паспорт! Он там? Привет, Гордон! О боже, он там! О боже мой! Прямо здесь! Здесь это мой малыш. У меня есть сын. Это Джошуа. Похож на кусок дерьма. Твой пацан выглядит прекрасно, Гордон. Хорошо, ну что, все в порядке. Теперь мы застряли. Выпусти меня из этой коробки. Пожалуйста. Привет, Гордон. Доктор Кумер. Итак, у тебя есть твой паспорт, верно? Так тебе мы можем оставить это в прошлом? Он просрочен. Привет, Гордон. Так, мы все выберемся на поверхность. Слушайте, меня зовут Гордон Фриман. Я вытащу нас всех отсюда. Хорошо? Хорошо? Кто знает хоть что-нибудь? О, боже, что вы делаете? О, боже мой! Срань господня! Кто, блядь, это сделал? Кто, блядь? Кто в этой блядской ванне? Убираемся! Валим! Ты в порядке, чувак? Чувак, он просто... О, у него кровотечение, ребят. Нет, не бросайте в него соду. Держи и сделай глоток. Это ему не поможет. Ему нужна медицинская помощь. Подними эту банку. Я пытаюсь, чувак. Теперь засунь это в мусорку. Я пну ее. Ты ошибся игрой. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Пойми в него. Я не понимаю. Самое время вкусить боль. Вся кровь снаружи. Срань господня. О, боже мой. Ты был в сути ветре от смерти. Ты ща, о мой бог. Привет, Гордон. Привет, доктор. О, боже мой, ребят. Как думаешь, эти штуки выдержат меня? Я не знаю. Его выдержали. О, срань! Назад! Гордон! О мой бог, ты убил очередного человека! Насколько глубока эта дыра?
Она... Я считаю, что эта дыра глубиной более сотни метров. Мы пытаемся докопать до центра Земли. Я не думаю, что это то, что делает Блокбеца, чувак. Я не думаю, что мы этим занимаемся. Я не думаю, что я взял достаточно длинную веревку, чтобы достать... Привет, Гордон! Так что нам нужно пройти через офис, и вы говорили про запасную выход, Кумер? Доктор Кумер? Привет, Гордон! Да, запасной выход! Хорошо, ладно. Может разбить, думаю, нам не следует ломать его сейчас. Нет, мой шкаф полный тик-така там, нам понадобятся калории. Это еще что? Что же это? У тебя остались пули? Подожди, мне нужен пистолет. Еще существа! О мой бог! Нет, что это? Что это? Пожалуйста, прекрати это использовать! Пожалуйста, ты называешь это паспортом? Больше так не стреляй! Убирайся с дороги, ты на моей линии огня! Не стреляй в меня! Я не буду в тебя стрелять! Зачем ты в меня стреляешь? Я вообще стреляю. Не надо было тебя сюда впускать! Ты? Я сюда пришел самостоятельно! Не ты меня сюда впустил! Так я и сделал, это было вежливо, и теперь ты стреляешь в меня, это невежливо! Я стреляю в пизданутых! Яйцептин! Я не знаю, как их назвать! Я думаю, нам нужно назвать их щенкогляделки! Щенкогляделки? Верно! Само собой, мистер... Что вы наделали? Не думаю, что мы можем доверять ему. Для такого рода вещей... Убей его! Нам нужно голосование. Голосуем. Для одобрения. Скажите я. Ладно, ладно. Отлично. Очевидно, что мораль выкинули в окно. Ах, господи Иисусе. Ты просто выстрелил парню в лицо. Бирюзовый означает удивление. Ты в порядке? Проверь и убедись, в порядке ли он. Мы в порядке? Мы не будем возражать? Проверь, есть ли у него паспорт. О, господи Иисусе. По-моему, хорошо, что он умер. Я так не думаю. По-моему, плохо, что он умер. Я думаю, когда я предлагал голосовать, я собирался утихомирить его. Я не говорил убить. Пусть эти слова будут записаны. Я просто хочу домой. Я тоже мужик. О, привет. Ты встретил друга? Я думаю, тебе следует бежать, чтобы я мог убить ту штуку, которая пытается попасть тебе на голову. О, нет. Стоит признаться, что ты меня пугаешь. Кто это? Я не знаю. Как тебя зовут? Ты можешь говорить? Ты в порядке? Показывай дорогу. Лады. Я покажу дорогу. Нет! Не надо убивать кого-то еще. Уже хватит людей. Нет! Он хочет умереть? Ему больно? Ты можешь идти? Ух ты только взгляни на эти отметины. Хватит! Нет! О, боже мой, парень. Ты мог помочь ему, Гордон. Я хочу сесть, закрыть глаза и очнуться от этого дурного сна. Что ты имеешь в виду? Как я мог ему помочь? Что ты с ним делаешь? Что это такое? Он преобразовывает его в кокон. Зачем? Природа очаровательна. Я под кислотой? Привет, Что это такое? Что за фигня? Что это такое? Отойди, я собираюсь кинуть эту гранату. О, что это? Лимонка пошла. Не трогай эту гранату. О, боже мой, отойди. Отлично. Бросок, Эйнштейн. Я не знаю, как бросать эти штуки. Они прилипают к рукам в самый неподходящий момент. Слезать с бочки. Иисус. Я пытаюсь помочь тебе, чувак. Не стреляй в меня. Я не стреляю в тебя. Я стреляю в эту. Осторожней, Гордон. Ты стреляешь в нашего друга. Хочешь пойти с нами? Все остальные сдохли, кроме нас и этих троих. Я не знаю, был ли этот гоблин, куда он делся? Нет, зачем? Мой клон! Пожалуйста, уйди! Гордон, берегись! Господи, вы, ребята, продолжайте бегать на ёбаной линии огня! Барни, ты можешь применить эту штуку с мечом? Ты можешь стрелять? Ты можешь? У тебя... Я знаю про твой ствол! Не надо мне, блядь, врать! Я просто расслаблен, мужик! Я знаю, что ты просто расслаблен! Взгляни на воду! Нам нужно взять перерыв! Много зверей! Мне нам кажется, дети скажут, что ты запугал это! Нам нужно... Привет, Гордон! Привет! От зеленого к синему! Это значит, рад с вами познакомиться! После эмбриона!